В день 250-летия историографа и литератора Николая Михайловича Карамзина в Ульяновском театре драмы прошло закрытие третьего международного театрального фестиваля «История государства российского, отечества и судьбы». Напомним, в этом году театральный марафон прошел на территории региона с 6 по 12 декабря. Каждый день в течение недели жители и гости региона знакомились с творчеством российских и зарубежных театров. В афишу вошли постановки труп Московского драматического театра «Сфера», Берлинского коллектива «Гоф Компани», Нью-Йоркского театра «Степс» и Ульяновской драмы. Центральным событием стал спектакль Малого театра России по пьесе Эдварда Радзинского «Театр императрицы». Пророческие слова Николая Михайловича о том, что благодетель всегда побеждает. И не будем, творя сегодняшнюю историю нашего Отечества, смиренны в понимании национального духа нашей страны. Будем творить историю такой, чтобы она запомнилась нашим потомкам. 12 декабря третий международный театральный фестиваль завершился показом спектакля «Посвящение». «Карамзин. Портрет души и сердца» Новгородского академического театра драмы имени Достоевского. Естественно, так глубоко никто никогда не погружался в тему. И это великое счастье театра, которое дает возможность погрузиться в ту или иную эпоху. А если мы делаем спектакль о конкретном историческом персонаже, о конкретной исторической личности, то значит и погрузиться в историю этого героя. Каждому участнику фестиваля были вручены дипломы лауреатов фестиваля и памятные призы в виде скульптуры «Клио. Муза истории». Символа истории и просвещения и точная копия одной из главных достопримечательностей региона – памятника Николаю Михайловичу Карамзину. Ирина Антонова, Павел Макаров, новости «Ульяновской правды».